Ну что, масяшечки, сейчас с вами будем делать клубнику в шоколаде. Поехали! Растопили шоколад. Сашечки, вот такие у меня клубнички. Так, это еще вот сейчас буду украшать, немножко шоколад остынет. Так, вот такие вот у меня, вот этот самая красивая клубничка с цветочками. Вот сейчас подсохнет, вот эти еще буду сейчас разрисовывать, может и не буду. Это вот три шоколада, белый, черный и молочный. Вот этот красивый с цветочками. Вот так вот. Вот такая, ох, красота у меня. Такая паутинка. Паутинка. Вот сейчас подсохнет. Потом я выложу, покажу вам, как это все будет выглядеть. Вот. В общем, Масяшечка, такая история. Попадала моя клубника вся нахрен. Ну, ничего. В общем, достала из морозилки. Вот что у меня получилось. Вот этот цветочек красивый, паутинка. Все, сейчас отправляю в холодильник. И завтра мы будем отмечать день рождения моей невестки, моей дочке. Бутылочку шампанского, просека откроем. И вот с такой клубничкой в шоколаде. Вот так вот. Слушайте, ну как она у меня грохнулась, это надо было видеть. Вот жалко, что камера не сняла. Получился такой бляп классный. Вон, видите, бока. Вот это попадало на стол со шпажечек. Ну, ничего. Так, вот такое шампанское блюдо отправляется у меня в холодильник.